Всем привет! Давненько у нас не было тем из рубрики «Проверено на себе». Напомню, что для данной рубрики я проверяю различные способы заработка, не требующие никаких особых усилий и знаний, но которые активно пиарятся различными блогерами как достойный заработок, на котором можно зарабатывать по несколько сотен, а то и тысяч рублей ежедневно без особых усилий, а то и вовсе на полном пассиве. И сегодня я решил проверить два интересных способа заработка, которые опять же пиарятся блогерами и представляют из себя пассивный или полупассивный заработок с хорошими доходами. В общем, меня как всегда зовут Дмитрий Костин, и мы начинаем. Ну что ж, начнем с проекта BooksMoney, который активно рекламирует небезызвестный блогер Мастер Ринга, который, конечно же, никогда не врет. Итак, в чем суть проекта? В принципе, это обычный букс, где по сути зарабатываешь копейки. Но Ринга утверждает, что зарабатывать на данном проекте можно по 150 рублей за один день на полном пассиве. По крайней мере, он на своем личном примере показывает, как за двое суток он заработал 312 рублей. 312 рублей 97 копеек за 2 дня, ну это же просто охеренно, то есть я вообще ничего не делал, и вот тебе на, 300 рублей на ровном месте за 2 суток. Меня, конечно же, заинтересовала данная тема, и я тоже решил проверить, сколько у меня получится заработать на данном буксе. Но, если честно, я вообще ни разу не впечатлился, ведь ценник там, ну, безумно мизерный. За просмотр минутного видео нам дадут всего лишь 4 копейки, а за серфинг сайта всего 1 копейку. Я ради интереса попробовал заработать на просмотре видео, и мне тут же выпал лохотрон про фальшивый кэшбэк от Letyshops, ну точнее от якобы Letyshops. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я покажу, как можно заработать 1500 рублей буквально за 2 минуты сразу на свою банковскую карту. Так, кэшбэк 30% начислится моментально на вашу карту сразу после перевода на сумму 3000. Переходим на сайт. Ввожу номер своей карты. Переводить я буду 5000 рублей. На эту тему у меня, кстати, есть ролик, можете посмотреть по ссылке в описании. Конечно же, это все банальный лохотрон. В общем, минуту я посмотрел и получил 4 копейки. Знаешь, что это значит? Я увольняюсь! Я собственный отель открою! Но слава богу, суть схемы от Артема Ринга не в этом. Ведь зарабатывать можно не только на просмотре видео и серфинге сайтов, но и с помощью гениального расширения, которое будет показывать нам рекламу, за просмотр которой прямо в браузер мы будем получать деньги. Я вам покажу один хитрый способ, как заставить это расширение работать бесконечно. И деньги к вам на баланс будут капать за счет этого практически без остановки. Но, как говорит Артем, за каждый просмотр нам будут платить копеек так по 10. Ну, конечно же, плюс-минус. Вот так все просто, и за просмотр рекламы здесь платят совершенно по-разному. Реклама бывает короткая, бывает длинная, бывает та, которая показывается здесь слева, бывает та, которая показывается вот, которая была снизу. За каждую платят по-разному, но в среднем до 10 копеек за просмотр. Казалось бы, как-то мало, но когда за день набегают тысячи таких просмотров, реально по итогу получается очень хорошая сумма. Это, конечно же, мало, но если делать это все на постоянке, то можно зарабатывать неплохие деньги. Вот только есть одна маленькая проблема. Реклама просматривается только когда вы ее видите, то есть свернуть браузер и заниматься своими делами не вариант. Но это еще полбеды. Если вы не будете ерзать мышкой, то просмотр рекламы остановится, пока вы вновь не начнете ею ерзать. И что же тогда делать? Вот тут-то Артем и выдает умную мысль. Надо скачать автокликер, чтобы он на полном автомате имитировал ерзание мышкой по экрану. Тогда нам не придется делать все вручную, и мы сможем заниматься своими делами, пока денежка капает. На своем личном примере он показал, как в течение 2 суток не прикасался к компу и заработал за это время 312 рублей. То есть считай по 160 рублей за сутки на полном пассиве. Ну, это мало, конечно, но это же пассив. Тем более, если даже учесть затраты на электричество и амортизацию компа, то все равно будем как бы в плюсе. Ну что ж, глаза загорелись, я готов к полному пассиву, блин, то есть к пассивному заработку, а то мало ли кто там что подумает, какой-нибудь инвестор Рома из iMarketing. В общем, ставим расширение по ссылке, включаем его и ждем, когда появится реклама. Ага, вот она и появилась. Давайте пока попробуем без автокликера. Итак, шарудим мышкой, пока двигается ползунок просмотра, и раз, все, реклама досмотрена, и тут же пошла следующая. Давайте посмотрим, сколько там набежало за первую рекламу. Так, 4 копейки у меня было за просмотр видео, а теперь стало 4,2 копейки. То есть 0,2 копейки за просмотр рекламы. Чего, блядь? Ну-ка, следующее. Еще 0,2 копейки. Блин, да это какая-то херня. Ну-ка, третья реклама.
Полкопейки? Вот это прогресс. Итого, за 3 просмотренных рекламы 1 копейка. Одна, мать ее, копейка за все мое ерзание мышкой. Это не серьезно. И где же обещанные 10 копеек за 1 просмотренную рекламу? Ладно, давайте для чистоты эксперимента я все же запущу автокликер и посмотрим, сколько я заработаю. Ну, конечно, не за 2 суток, ну, хотя бы за 1 час. Я же не дебил на 2 суток комп просто так включенным оставлять. Да и я на 100% уверен, что мастер ринга тоже. И в конце я объясню почему. В общем, скачиваем, запускаем, даем установку и в путь. За этот час я периодически подходил к компу и наблюдал за процессом. В общем, схема работает, но рекламы не так много, как в начале. Если в начале реклама шла одна за другой, то спустя пару-тройку минут она начинает приходить с большим промежутком. В общем, прошел 1 час. Ладно, вру, где-то 50 минут. Я уже просто больше не выдержал и понял, что дальше смысла в эксперименте просто нет. Итак, как вы помните, перед началом эксперимента, а именно той части, где мы запускали автокликер, у меня на балансе было 5 копеек. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько там набежало за эти 50 минут. Бах! Итоговый баланс 8,35 копеек. То есть за 50 минут я заработал менее 3,5 копеек. Я знала, что это закончится! Вот скажите мне, пожалуйста, многие ли из вас помнят, как выглядит монета в 1 копейку? Нет, я говорю не про советские, конечно, а про российские 1-5-копеечные монеты. Да их уже 100 лет нет в ходу, так как в них просто нет смысла. Зато я потратил 50 минут, чтобы заработать 3 копейки. 3, мать их, копейки. Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Да я электричество на большую сумму сжег. Давайте-ка посмотрим, сколько заработал Ринго за 1 час. Берем 312 рублей, делим на 48 часов, итого 6,5 рублей в час. Блин, даже при таком раскладе это полное фуфло. Но суть в том, что я даже и близко к этой сумме не подошел. Это в 185 раз больше, чем заработал я. Да на бирже Qcomment за 1 подписку платят 1,5 рубля. То есть за 5 подписок на паблике можно заработать 7,5 рублей, а времени это займет минут, ну, 5-7, ну, максимум 10. Ой, хотя я забыл, здесь же мы зарабатываем на пассиве. 3 копейки, но зато на пассиве. Правда, к компу не подойти. Спасибо, Артем, офигительный заработок. Но тогда возникает вопрос, откуда у него 312 рублей? Ну, зная автора, я больше всего склоняюсь к тому, что это заказной ролик. У меня есть доказательства, что он постоянно так делает. Я общался с авторами некоторых приложений, которые он рекламировал, и даже отразил это в одном из своих роликов про приложение Proxy Lite. Я все-таки решил связаться с поддержкой, чтобы узнать, заказывали ли они у него рекламу. И да, я оказался прав. Это просто заказной ролик. Ринго хорошо поработал и привлек много людей в проект. Но таких сумм, как у него, в реале, конечно же, не будет. Это просто рекламный ход. Обычно для данной рубрики я выделяю плюсы и минусы, но в данном случае плюсов никаких нет. Сервис – лютое говно, а пассивный заработок здесь просто смешон. Да и к тому же я не назвал бы его таким уж пассивным, с учетом того, что он занимает ваш комп. Следующее приложение по заработку называется Xivix. Оно также создано для увеличения нашего благосостояния, но самое главное, что зарабатывать здесь можно просто гуляя на улице, ну или не обязательно на улице. Помните старую рекламу, где Александр Рева танцевал под музыку Бенни Бенасси в рекламе Билайн? Получи ги-ги, за шаги, ги-ги-ги. Так вот, в приложении Xivix вам будут платить деньги за шаги. То есть мы ходим, а денежка капает, становимся здоровее и богаче одновременно. План говно, я не хочу в нем участвовать, я брезгую. А я, пожалуй, поучаствую. В общем, входим в приложение и смотрим. Оплата идет за каждый пройденный метр, а конкретно за каждый пройденный метр мы будем получать 0,5 миллионных биткоина. Ну да, сейчас. 0,5 миллионных доллара, конечно же. Но благо хоть не рублей. А сколько у нас по курсу 0,5 миллионных доллара? Это в районе 0,37 тысячных рублей. Ох, ни хрена себе число. Так, погодите, давайте приблизимся хотя бы к рублю, чтобы было просто удобнее. Чтобы заработать 1 рубль, нужно пройти примерно 2700 метров. Суточный лимит составляет 50 тысяч метров.
Если мы пройдем за сутки 50 тысяч метров, то заработаем 25 центов, то есть где-то чуть более 18 рублей. Я в среднем хожу 8-9 тысяч шагов в день, и я уверен, что вряд ли мне удастся соблюдать план проходить по 50 километров ежедневно. Это какая-то жесть. Плюс отнимает очень много времени, не смогу же я работать, пока прохожу 50 тысяч метров. В итоге за все время мне удалось заработать 6,3 цента, что в рублевом эквиваленте будет примерно 4,5 рубля. Это за несколько дней использования приложения, и самое главное, что в отличие от других приложений шагомеров, этот работает лишь тогда, когда приложение запущено. Да и даже если оно запущено, то в любой момент может прекратить считать шаги, и его надо будет перезапускать. В итоге у вас будет столько недохоженных метров, что мама не горюй. Поэтому заработать на шагах у вас здесь вряд ли получится, тем более если нахаживать шаги чисто для заработка. Но здесь есть еще пару способов заработка, помимо натаптывания. Это выполнение заданий. Задание здесь из разряда написать что-то в поисковике, сделать скрин, сделать еще какие-то действия, потом снова сделать скрин и отправить отчет. Плата за задание, конечно же, ни о чемная, так еще и не факт, что у вас его примут. Я сделал 3 задания, а в итоге 2 забраковали, хотя я все делал правильно. Ну и самое прикольное, что если будет много забракованных заданий, то вы получите бан. А что с выводом? Минималка на вывод составляет $5 на PR кошелек. Выполнять задание я уже боюсь, так как аккаунт могут заблокировать, а нашагать на 5 баксов будет весьма проблематично. Так как даже если безукоризненно шагать по 50 тысяч метров в день, то на заработок $5 уйдет примерно 20 дней. А так как это утопия, то на заработок $5 может уйти и более года. Ладно, может и не год, конечно, но все равно дохрена и больше. Я бежал 3 года, 2 месяца, 14 дней и 16 часов. И на этом мой бег был закончен. Зато реклама в приложении просто дохерален. Куда бы вы ни ткнули, вам тут же будет проигрываться реклама, плюс будут выползать рекламные блоки, когда вы ничего не делаете. Вообще, знаете, есть такая старая шутка про алкаша, который пришел за результатами анализов. Так и здесь, в вашей рекламе нормального приложения не найдено. Ой, чуть не забыл, еще можно заработать, играя в игру 2048. Ну это знаете, где надо соединять одинаковые числа, чтобы они росли в геометрической прогрессии, пока не соберешь 2048 очков. Но этот способ заработка даже рассматривать смешно, ибо это нереально сложно, причем на числе 2048 игра не заканчивается. Просто именно начиная с этого числа вы сможете хоть что-то заработать в данной игре, а именно 2 цента. Готовы ли вы порвать свою жопу ради 2 центов? Но дальше вознаграждения только растут, и если вы наберете 65 536 очков, то вам дадут $500. Но я не думаю, что вы сможете до этого дойти. Блин, ошибок-то. Вот здесь, например, и кратку где-то похерили. Куда же она делась? А, вот она, переместилась в слово «выиграть», ведь здесь никакой и краткой быть не должно. Кстати, как и в любом приложении или сервису по заработку, здесь есть партнерская программа. Вы можете зарабатывать 1% от суммы вывода средств партнера. То есть, если он вывел 5 баксов, значит вы получите 5 центов. Хотя вряд ли он что-то выведет, но об этом дальше. Блин, вот я сейчас смотрю и думаю, откуда у меня вообще заработано 3,3 цента на рефералах? Я ж никого не приглашал, вон у меня даже 0 рефералов стоит. Что-то как-то странно, а то я уже сам даже удивился, что у меня на балансе уже есть 6 центов. Кстати, в качестве примера написано, что реферал выводит 25 центов. Вот только минималка составляет 5 баксов. Может раньше, конечно, и было 25 центов, когда приложение только запускалось, так как я знаю, что чуть ранее минималка составляла всего лишь $1. В общем, видимо, подняли, чтобы меньше людей доходило до этой минималки. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Итак, что касается плюсов. Как-то даже не знаю. Наверное, поиграть в 2048, и все. Теперь, что касается минусов. Мизернейший заработок, ну просто звездец какой мизерный. Очень много рекламы, которая всплывает просто через каждый клик. Шагомер вообще глючный, его постоянно нужно перезапускать. Задания толком не повыполняешь, потому что их постоянно бракуют. Минималка довольно большая относительно мизерного заработка. Ну и конечно самое главное, приложение ни хрена не платит. Может быть, конечно, когда-то давно оно и платило, но судя по комментариям в Play Market, люди уже неделями свою выплату ждут, но она все не приходит, а администрация игнорит и отвечает только на вопросы, которые не касаются вывода. То есть, деньги приложение не платит, зато на постоянно всплывающей рекламе разрабы зарабатывают. Не, вы знаете, что-то по ходу дела зря я данный ролик в рубрику «Проверенный на себе» закинул. Этим двум способам заработка место прямо в интернет-помойке, поэтому туда им и дорога.
Вот, теперь как надо. В общем, если вы и хотите хоть что-то заработать в интернете, причем не жалкие копейки, то я оставлю ссылку на свою страницу на блоге с годными проектами и способами заработка. Возможно, вам пригодится. По крайней мере, надеюсь, что вам пригодится. Вот такая у меня сегодня получилась подборочка говнопроектов по заработку. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выходы новых роликов. Спасибо за просмотр. Пока.